На минувшей неделе итоги проделанной работы в 2020 году подвел аким области Гали Искалиев. Эпидситуация не позволила на этот раз провести ее в формате встречи с общественностью и населением. Но посредством трансляции в прямом эфире на телеканале Акжаик и социальных сетях с отчетом могли ознакомиться все желающие. Собственно, пандемия внесла коррективы и в социально-экономическую ситуацию в регионе. Прошедший год выдался нелегким, но рост по основным показателям очевиден. По итогам прошедшего года рост в сфере промышленности составил 3,7%, в сфере строительства 0,3%, ввод жилья увеличился на 9,1%. Небольшое снижение есть в обрабатывающем секторе, несмотря на сложную ситуацию, производство на заводах и предприятиях не останавливалось. Уральским заводом «Зенит» на воду было спущено судно водоизмещением 400 тонн, Уральский трансформаторный завод начал выпуск промышленных панельных радиаторов, ЗКМК завершила строительство печи подогрева нефти, компания «Тупан» наладила инновационное производство высокотехнологичных химических реагентов, а компания «Кублей» – полный цикл безотходного производства мясных изделий. Развивается и инвестиционный потенциал региона. По итогам 2020 года объем инвестиций составил 468 миллиардов тенге. Из них частные инвестиции – 81%. Это хороший объем инвестиций, но тем не менее есть снижение в нефтегазовом секторе, которое связано с тем, что в 2019 году были большие инвестиции на Карачаганакском и Чинаревском месторождениях. В остальных отраслях наблюдается рост инвестиций. В прошлом году только в рамках карты поддержки предпринимательства введены 7 проектов на 19 миллиардов тенге, на которых создано свыше 270 новых рабочих мест. Особого внимания требует развитие сельской местности. Конкурентоспособная экономика невозможна без сельского хозяйства. Несмотря на неплохие результаты, по итогам прошедшего года потенциал отрасли большой. Для задействования всех ресурсов за последние два года было выявлено 922 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 140 тысяч из них возвращены государству. Для дальнейшего отслеживания освоения земель создан специальный геопортал. Основным же приоритетом региона остается мясное животноводство. Учитывая потенциал нашего региона с целью диверсификации экономики региона, мы разработали концепцию развития агропромышленного комплекса на ближайшие 5 лет. Во исполнение поручения президента начнем объединение сельскохозяйственных кооперативов по всем направлениям. Из-за засухи в этом году возникла проблема с кормом в южных регионах. Организовали доставку кормов из Каратюбинского, Шенгерловского, Сырымского районов фермерам, столкнувшимся с трудностями. В регионе продолжается большая работа по решению жилищного вопроса. Так, в прошлом году жители области получили 4838 квартир общей площадью 520 тысяч квадратных метров. Новоселье отметили 527 очередников и 53 многодетные семьи. Продолжается работа по газификации и водоснабжению сельского населения. В прошлом году газ пришел в 21 село на сумму около 1 миллиарда тенге. Чистую питьевую воду получило 31 село с населением более 25 тысяч человек. В 2020 году в сельской местности проделана большая работа по строительству дорог. В 2020 году на 42,3 миллиарда тенге отремонтировано 436 километров дорог. В прошлом году дорога, соединяющая Касталовский район и Уральск, была отремонтирована полностью и сдана в эксплуатацию. В прошлом году на ремонт региональных и районных дорог было выделено 12,7 миллиардов тенге. Отремонтировано 192 километра дорог. Проведена большая работа по ремонту внутрипоселковых дорог. Это 101 километр и лучший результат за последние 5 лет. В Уральске положено более 46 километров асфальта. Завершена реконструкция моста в районе нефтебаза. Большую нагрузку пришлось испытать в сфере здравоохранения. Глава региона отметил, что неожиданность произошедшего в период первой волны пандемии привела к ошибкам и показала неготовность к подобным испытаниям. Все это заставило изменить отношение к медикам, к оснащенности учреждений здравоохранения. Около 700 медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией, 4 из них погибли. В регионе остаются свободными 277 вакансий в сфере медицины. Всего в 2020 году в область приехало 106 выпускников. В целях улучшения инфраструктуры в области построена модульная инфекционная больница, выполнил капитальный ремонт 15 объектов здравоохранения. При поддержке фонда первого президента в областной детской многопрофильной больнице открылся детский реабилитационный центр. Кроме того, было закуплено 37 машин скорой помощи, а количество машин скорой помощи увеличено до 100. Для оказания медицинской помощи сельскому населению в области закуплено и распределено 9 единиц мобильных медицинских комплексов. Их получили Акжаикский, Бурлинский, Пукиординский, Жангалинский, Женебекский, Теректинский, Таскалинский, Каратюбинский и Шенгерловский районы.
В рамках инициированной президентом республиканской компании «Бызбергемс» материальную помощь получили около 30 тысяч человек на сумму 17 миллиардов тенге от государства и спонсоров. Кроме того, адресную социальную помощь получили более 5 тысяч семей. Большая финансовая поддержка оказана предпринимателям региона. На эти средства было закуплено необходимое медицинское оборудование. Волонтерское движение оказало помощь 22 тысячам семей региона. Хочу особо поблагодарить наших меценатов, которые во время пандемии помогли финансово большими средствами. Это такие компании, как Желаевский комбинат Александр Сергеевич Матевосян, руководители компаний Юнисерв, Полошаг, Касхо, Альтаир и другие. Глава региона отметил, что решение проблем системы образования остается в приоритете. С целью ликвидации трехсменных школ в прошлом году сданы школы на 450 и 900 мест в поселке Зачаганск. Школа-интернат сдана в Акжаикском районе, отремонтированы 28 школ и 2 детских сада. На средства частных инвесторов начато строительство общежитий для студентов одного вуза и 3 колледжей. Кроме того, в области отремонтировано 20 объектов культуры. В честь 175-летия Абая Кунанбаева проспект Евразия переименован в проспект Абая. Широко отмечались юбилеи Жубана Молдыгалиева Галиева и Кадыр Мырзали. В центре города установлен памятник поэту Жубану, а в Акжаикском районе открыт Жубановский центр. Особое внимание уделяется развитию массового спорта в регионе. В прошлом году сданы в эксплуатацию 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в Жангалинском и Букюрдинском районах. Всего построено 46 спортивных площадок и разных спортивных сооружений. В прошлом году спортсмены области добились хороших результатов в боксе, настольном теннисе, женской борьбе и других видах спорта. Чтобы таких спортсменов было больше, региону нужна лечебно-физкультурная клиника. Отсутствие специальной спортивной поликлиники негативно сказывается на развитии детского и юношеского спорта, мониторинга здоровья и тренировках детей и подростков, одновременно поручая областному управлению спорта и здравоохранения заняться этим вопросом. В прошлом году количество оказываемых государственных услуг достигло 95%. Избавление от бумажной работы – это способ избавиться от коррупции и повысить прозрачность. Службы 112 и 109 и сайт stopcovid.kz созданы для оказания своевременной помощи населению при авариях, чрезвычайных ситуациях и для консультации по получению медицинской помощи. Активизировались меры по обеспечению населенных пунктов качественным интернетом. В прошлом году он получен в 68 селах. Проделанная за год работа по разным направлениям привела к положительным изменениям. Впереди еще важные цели. Для достижения новых результатов необходимо ориентироваться не только на органы местного самоуправления, но и на общество в целом, сказал аким области Галей Скалеев. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Ербол Мендыгалиев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.